Итак, запустили мы программу Camtasia, она уже ведет запись. Дальше открываем презентацию, да, которую мы подготовленную презентацию, в которой мы будем, ну, собственно, записывать как вебинар, да, запись с экрана. Открываем ее на весь экран себе, выбираем слайд-шоу и воспроизведение сначала. То есть презентация открывается на весь экран. Все. И дальше мы рассказываем. Рассказываем, записываем. Все, как будто мы уже все записали и мы молодцы, да? Все, теперь завершаем слайд-шоу и нам нужно выключить нашу презентацию, то есть запись с экрана. Вверху нажимаем стоп, рекординг. У нас открывается окошечко, когда мы нажали стоп, оно все сконвертировалось, и вот такой вот файлик, да, у нас окно появилось. Мы делаем что следующее? Нам нужно подтянуть камеру, то есть камера вот видите в правом углу, вот здесь вот она есть уже. Нам нужно, она просто по умолчанию находится внизу, нам ее нужно поставить, просто выделили мышкой, да, вот нажали на нее на окошечко и выставляем в уголочек, там где нам удобно. Дальше вот здесь можно пролистнуть, да, везде будет и отцентровать. Сделать немножко поменьше, чтобы нас было видно. Все, в принципе, это мы сделали. Следующий момент. Нам нужно сохранить. А, еще мы можем выставить эффекты курсоров. С левой стороны здесь есть такая штука. Cursor Effects. Нажимаем, выбираем и перетаскиваем на нашу презентацию. Все, теперь, когда мы будем нажимать, это все будет отображаться, наш курсор будет отображаться на видео. Дальше. Действие правой кнопкой и левой. Когда мы нажимаем, что будет происходить? Сюда. Ну, правой, в принципе, мы не нажимали, нам не надо. Все. Теперь, нажимая так, мы видим, что мы добавили эффекты сюда. Это, конечно, не обязательно делать, но тем не менее это будет как бы подсвечивать ваш курсор, да, когда будет показывать, если вы конкретные действия показываете, как это работать на компьютере, тогда это визуально лучше видно. Если вы просто читаете презентацию, да, рассказываете по презентации, то тогда вот эти эффекты можно не выставлять. Вот, окей. Если вы их выставили, давайте я покажу, как их настроить. Смотрите, мы их перетянули на сюда, так, на весь экран сейчас раскрою. Мы их перетянули на нашу дорожку видео. И видите, стрелочка. Мы нажимаем сюда, и здесь они открываются. Left click, то есть нажатие левой кнопки и сам курсор, который просто постоянно. Нажимая на него два раза. Чик. Нажимая правой кнопкой и выбирая Show Properties, мы можем сделать какие-то определенные настройки. То есть вот этот курсор, да, где у нас был. И мы можем менять size, видите, размер. Вот. Ну, не сильно большой его делаем. Вот. И также, если было нажатие левой кнопкой мыши, выбираем эффекты. Точно так же. Нажмем шоу, чтобы нам отображалось, если мы нажимали, как это будет выглядеть. Цвет можно также подобрать. Размер. Окей. Так вот сделаем размерчик. Все, после этого мы сделали такие все необходимые настройки. Нам нужно сохранить файл. Для того, чтобы его сохранить, мы нажимаем Share, то есть расшарить по-другому, по-русски. Нажимаем Local файл.
локальный файл. Называем, ну, его название, да, там, допустим, презентация работы в Инстанга в Одноклассниках. Все. А здесь можно выбрать опции, да, то есть расширение экрана и все остальное. Ну, у меня автоматом все стоит, у вас тоже будет автоматом. В принципе, будет все хорошо. И нажимаем экспорт. Все, пошла процентная дорожка экспорта файла. Он сохранится, вот точно там указали путь, куда его сохранить. В принципе, вот такие вот простые манипуляции для того, чтобы сделать запись вашего экрана и в хорошем качестве создать запись вашей презентации с вашей камерой, чтобы у вас тоже было видно, чтобы было видео не безликое.